Значит, смотрите, сейчас начнем с самого простого. То есть мы уже работали на лестнице, но мы более такие сложные вещи делали. Сейчас с самого простого, это когда, ну, вообще, ну, для простого человека вообще, то есть который плохо маневрирует, плохо что-то делает, и, ну, обычно рефлекторные действия. То есть я поднимаюсь, и, естественно, первая задача, что он мне может сделать? Первый удар, какой он мне может нанести? И если мы с вами просто поднимаемся, он стоит, а мы идем, задумались, и у нас нет в голове даже, да, что там он что-то может сделать. Это, говорю я, в случае неправильном. То есть, когда человек профукал все, то есть мы должны уже идти по улице сканировать. Дверь закрыли за собой, дверь дома, захлопнули, закрыли, все, мы уже включили свой-чужой. То есть мы уже во враждебной среде, мы на фронте. Уже отслеживаем свой-чужой. Чужой человек, это тот, которого ты не знаешь, все. К тебе подходит человек ближе, чем на это расстояние, это уже враг, то есть его нужно быть готовым его уничтожать. Это должно быть в голове. Тогда вам меньше проблем будет. А когда мы идем дебильники в ушах, у нас там наушники, мы идем сами себе там, отгородились от жизни, то мы все, то есть мы труп. Жизнь, какие-то проблемы, человек бывает, все. На каждую сторону бывает пророк. То есть я понимаю, что вдруг, что я успею сделать? Выставить руки. Вот сейчас начнем с этого, с простого. Да? Что я успею сделать? Я поднимаюсь, идет туда, ты... А! Все, больше ничего, навстречу. И туда. Ничего больше не бьем. То есть как только, вот так как у нас навыки ударные есть, да? То есть как только, я ему сразу туда, бам! То есть у меня задача не драться с ним, не забивать его, да? У меня цель. Домой, я уже дома. Я до дома остался чуть-чуть. Цель. Пока он пролетит, пока его ударите, пока его сбросите, для того, чтобы он прилетел сюда, вернулся, развернулся и, по крайней мере, подбежал туда, где вы были, ну, на это уйдет на секунд 15-20. За это время вы уже далеко куда побежите. Да, привычкой должно быть уже ключи доставать заранее. Не у квартиры их доставать, а заранее. Ключи достали, уже их сделали из них кастет, чтобы они торчали. И если в этом положении все будет хорошо, то мы идем, получается, что мы его удар сюда этими ключами, удар, дальше грабуджу, раз, и побежали. Понятно? Все очень просто. Значит, что это? Это не блок. Это не блок. Это удар. Он бьет, вот видите, он уже такой расстукнул, третий, четвертый, уже нога болит. Уже больно, да? Ну, покрусим. Да, я мягче. То есть, видите, идет удар в меня. То есть, у меня это не просто выставить руки. Животик убрали. Видите, он идет сюда. Можно сюда засадить. Сюда, неважно. Как только раз. Апперкот будет вообще прекрасно. Он сразу знает, где я дернул его. И он полетел. Человек будет лететь, пока не упадет. И мы сразу рванули. Бегаем же все равно каждый раз. Бегаем. Вот отсюда, да, сразу побежали. Значит, пара, каждая пара занимает пролет. По парам ставим, поехали. Самое мое будет удобное место идти в какой-нибудь здесь период, да, здесь это, то есть куда-нибудь сюда. Ну, мне, например, удобнее гораздо идти сюда. Я поднимаюсь сюда. Вот сюда, вот когда я пойду сюда, я буду даже смещаться, он ничего не перестроит, даже не будет. Мне ни один удар здесь, в общем-то, не будет страшен. Потому что я уже сгруппирован. Поэтому, вот, я иду, он бьет. И он туда полетел. Даже ничего больше не делая, просто, да, видите, я сместился и потом его подтолкнул. Он полетел. Он уже полетит. Почему? Потому что нога на весу. И он со всего маха будет падать туда. Сейчас вы немножко ожидаете, у вас есть как бы контроль над этим делом. Да, еще обычный человек. Это все как бы. Причем он будет складываться. Я иду, удар. Оп, еще.
когда те, кто поопытнее, вот этот момент, смотрите. Видели? Сюда в пах. И он ломает вообще, крючит, его даже добивать не надо, он там полетит, просто подтолкнуть слегка. И у него будет... даже если он пытался устоять, весь центр тяжести уходит вперед. Видите, там его ломает пополам, он летит. А мы бежим. Наша задача домой. Понятно? Домой. Если вот где-то на улице, там другой вопрос. Здесь очень прозрачно, здесь очень понятно. На улице другой вопрос. Как-то там, что произойдет. Да и то, всегда уйти из того места. Мы рассуждаем, многие умеют рассуждать, да, и те, кто еще не попадал особо никуда, или им везло. Везло. А потом будет просто жалеть. Многие потом жалеют. А, да я вот все, да давай сейчас, да его сейчас забью, и начинает друг на друга топтаться. Вообще нужно выработать-то задачу, в чем суть, ты что хочешь, сидеть, что ли? Просто как дурак. Ну ты сумел за себя постоять, да, сумел его выкинуть, да, ну выкинь и все, иди дальше. Зачем нужно использовать вот это в себе, поднимать вот эту вот агрессию, которая зашкаливает, то есть она сейчас здесь неуместна. То есть зачем его потом бить, добивать? Это не тот случай. Это не групповое на тебя нападение, не твою семью тут как бы, да? И ты за нее стоишь до конца, а он-то всего, может быть, был бухой. Ты его взял, швырнул, хлестанул, он полетел, ну и до свидания, все, и пошел дальше. Надо научиться быть немножко милосердным, надо научиться быть ответственным. Просто быть ответственным. За себя постоял, иди дальше. Не надо добивать, не надо его там топтать. Уже это нормой стало уже. Топтание, прыгание на лице, там, нанесение там 50-60 ударов ножом, избивание битой, пока из лица там мели не превратится в месиво. Это норма стала. Почему? Вот поэтому. Вот так мы учим, так мы преподаем, так вот у нас виды спорта сейчас такие стали. Хлеб и зрелище, там кровавые, то есть мы от этого тащимся. А этого нельзя, допускать нельзя. Итак, то есть мы уходим, то есть мы должны остаться людьми. Все, полетел, мы побежим. Погнали. Всем все ясно?